В Туркменистане завершилось голосование на выборах президента. Избирательные участки закрыли свои двери в 19:00 по местному времени. Теперь комиссиям предстоит провести подсчет голосов. По данным ЦИК, к 17:00 дня проголосовали 3 040 779 человек, или 94,17% зарегистрированных избирателей. Претенденты на пост президента Туркмении были в числе первых, кто пришел на избирательные участки. Всего за главный государственный пост борются 9 кандидатов, в том числе действующий президент Гурбангулы Бердымухаметов.